Привет, друзья и гости моего канала. Сегодня я готовила блан-манже. Здесь у меня с ягодами винограда и маленькие. Итак, я сейчас вам покажу, как я его готовила. Пятнадцать граммов желатина замочим в пол стакана молока. Творог положим в миксер, добавим сахарную пудру, ванилин и сметану. Творога 250 граммов, пачку ванильного сахара, полстакана сметаны. И все будем взбивать блендером. Сахарной пудры тоже полстакана. Все взбиваем блендером. Получается вот такая вот масса. И добавляем туда растопленный желатин. Все снова взбиваем блендером. Взбиваем и украшаем ягодами любыми. А я, например, взяла большие ягоды винограда. Раскладываем по формочкам и украшаем. Виноград я вынула косточки, пополам разрезала и разложила в каждую форму, наполнив доверху десертом блан-манже. Поставили в холодильник до застывания. Остывший десерт перевернули на блюдо и украсили, как вам только нравится. Или же конфетами, как я. Или ягодами, любыми ягодами. И приятного вам всем аппетита. Всем пока-пока. Не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Мне будет очень приятно. И я к вам обязательно зайду в гости. Пока-пока.